Кто тебя заставляет здесь работать? Скажи мне, пожалуйста. Сама? Да. А ты в курсе, что карантин? И ближе, чем на 1.5 метра, вообще ты не имеешь права по закону подходить. Да. Ну а что ты тогда здесь делаешь? Приходится. Что значит мне приходится? Жить тебе негде. Да, я на улице. Да ты так что? А мне кажется, что тут что-то другое. Ну так. Да? Я с Калужской области самого. И где ты? И где ты живешь? Не заплатили. На улице, в подъездах. Каких подъездах? На вокзале бывает. Ты скажи конкретно, где ты живешь, я сообщу в службу, тебя приедут, заберут и дадут тебе и жилье, все тебе дадут. Я не шучу. Говори конкретно, где ты живешь. На улице. Ну как конкретно, где? Вот давай. Как я могу конкретно? Сейчас. Вот через, вчера, через 5 минут, будь 5 минут здесь, сейчас я позвоню, приедут, тебе определят, и жилье тебе дадут, и все, и работу, и кров. Здорово. Тебя устроит это? В смысле? Да. Нет. Лех. А. Что его девушка хотите? Что? Вот ну, она говорит, почему? Что жить ей есть негде. Есть утра такие, что выходить даже на улицу нельзя, не надо. Ну там, вот, например, видишь. На суд сходить. На суд. Суды не работают, если что. Ну, там вообще ничего не работает. В общем, давай, сейчас 5 минут стой тут. Я сейчас позвоню, буквально через 5 минут приедут. Хорошо? Не, ну если тебе жить негде, какие проблемы? Да, тебе люди дадут жилье, покормят. Ну, шляться, забирают, да? Шляться здесь вообще нельзя, тем более сейчас карантин. Я говорю, знаю. На 1.5 метра, я тебе говорю, на 1.5 метра вообще ты никому не имеешь права подходить. Без маски, понятно тебе? Понятно.